Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомір». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Разліки за гарачую ваду і ремонт дорог. Старшиня аблвиконкама Геннадій Соловей провів прийом громадян. Інспектори по маломірних суднах проводять рейди на водойомах Гомельської області. У Петриковському районі дійнічає воєнно-історичний клуб «Бетонний меридіан Полесся». Об'єднання займається пошуковою діяльністю, проведенням екскурсій і патріотичним вихованням молоді. А зараз об гэтым іншим більш подробязно. Після перепинку, викликаного несприяльної епідемічної ситуації, на Гомельщині відновлюються особисті прийоми громадян керівниками регіона. Сьогодні з гомельчанами зустрікався старшиня аблвиконкама Геннадій Соловей. Місце особистого прийому керівника в області – постійно діюча громадська прийомна обласної організації «Білої Русі». Це традиційне місце зустріч з населенням, представників органів влади, громадських організацій і депутатів. Питання, з якими сьогодні до Геннадія Соловья зверталися гомельчане, нельга аднесці да асабістых. У прыватнасці Віктор Шувалаў прапанаваў перагледзець методыку разлікаў за падагрэў вады. Па яго разліках, прыборы ўліку, якія ўстанаўліваюцца ў жылых дамах, не заўсёды ўлічваюць яе рэальны расход. Апрача таго, Віктор Шувалаў лічыць неабходным выпрацаваць механізмы стымулявання насельніцтва эканоміць цеплаэнергію. Яшчэ адно пытанне тычыцца праблемы, якая актуальная для многіх тэрыторый – ремонт дорог. На гэты раз размова ішла об амаль 3-кілометровым участку паміж аграгарадком Цярэшкавічы і вёскай Новыя Цярэшкавічы Гомельскага района. Па словах Уладзіміра Бартноўскага, зробленая падсыпка не адпавядае правілам дарожнай бяспекі і стварае шмат праблем для аўтамабілістаў. Пытанне бярэцца на кантроль. Адпаведнае даручэнне будзе дадзена прадпрыемству Гомель Аблдарбуд. Идет по рождению автомобилей, в частности резины. Где сел нормально, а где крупным режет резину. Решить вопрос о достойном покрытии. Поэтому Кравченко поручили. В этом году мы немножко сигнование сократили. Почему? Потому что мы строим за счет денежных средств по Булдорстрою мост на Птич. Там очень серьезно. Это в Октябрьском районе, поэтому туда отвлекли деньги, чтобы в этом году людям очень далеко общаться и ходить. На Гомельщині виконано доручення президента Білорусі об павелічэнні пасеваў гречкі. У параўнанні з мінулым годам сёлета плошчы пад гэтую культуру ў рэгіёне павялічаны ўдвая. Чакаецца, што сабранага ў краіне ўраджаю хопіць, каб поўнасцю задаволіць уласныя патрэбы і нават накіраваць частку грэчкі на экспарт. Нашы корэспандэнты наведалі гаспадарку, якая займаецца вырошчваннем культуры ўжо некалькі гадоў. У акцыянерным таварыстве «Калінінскі» аб асаблівасцях вырошчвання грэчкі ведаюць, напэўна, усё. Праўда, мінулы год аказаўся для яе не вельмі спрыяльным. Затое сёлета надвор'е не падвело. У сельгаспрадпрыемстве чакаюць добры ўраджай. Культура запатрабаваная, а таму праблем з рэалізацыяй не будзе. І справа не толькі ў наяўнасці ў крупе вялікай колькасці карысных для здароўя элементаў. Грэчка ўстойлівая да хвароб, а таму няма патрэбы выводзіць новыя мадыфікацыі. Гэта сапраўды натуральны прадукт. Ўраджай не очень сильно зависит, например, как у, например, у зерновых, если не протравить зерновые, то процентов 30 мы можем потерять. А гречиха, мы ее даже не травим. Сёлета ўраджайнасць грэчкі ў Калінінскім чакаецца на ўзроўні 15-20 цэнтнераў з гектара. Гэта зусім нядрэнны паказчык, але і яго можна павялічыць. Метад вядомы даўно. Каля палеткаў павінны знаходзіцца пчоласем'і. Іх апыленне дазваляе павялічваць ўраджайнасць грэчкі да 40%. Непасрэдна ў Калінінскім да грэчкі далітаюць пчолы з бліжэйшай вёскі, плюс некалькі вулляў прывёз мясцовы прадпрымальнік. Але гэтага яўна недастаткова. Праблему можна было б вырашыць з дапамогай суседняй гаспадаркі, где есть уласная пасека. Если директора как-то, чтобы я вывез или что, вот тогда можно и вывезти в другие хозяйства. Для пыления или там для сбора меда. Дарушэнне павелічэння пасеваў грэчкі прэзідэнт Беларусі даў у красавіку гэтага года, калі пастаўкі крупы з Расіі рэзка знізіліся. Непасрэдна ў Калінінскім плошчы пад гэтую культуру сёлета павялічылі на 10 гектараў. Планы на наступны год мясцовае кіраўніцтва пакуль не агучвае, але кажа, што адмаўляцца ад вырошчвання грэчкі не будуць ні ў якім выпадку. Очень выгодная культура в чым, што мы востребована, і её бяруць мелькамбінат, рукі атрываюць толькі
дайте эту культуру. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Дубурский район. Не только обмерковать, але и вырашить наденные проблемы. Сенатор Алексей Неверус устроился с гомельчанами, каб отказать на хвалючие пытанни. Прием громадян отбылся на предприемстве «Гомель Дрэу». Сирот обмеркованных тем – працовное законодавство и уклад профсоюзов у борьбу с коронавирусом. Не меньше важная тема для гуторки – проведение выборчей кампании у строгой отповедности с законодавством и створение на выборчих участках необходных умов для людей с обмежеванными махчимостями. Головный выник обмеркования – удел у выборах – необходность для каждого свядомого громадянина. А кроме того, Алексей Неверов отказал на пытанне присутных. За такой краткосрочный период работы в качестве сенатора я понимаю, что орган территориальный и самая главная задача, как члена Совета Республики, это работа с людьми. Ведь на основе этого опыта работы с людьми и рождаются те предложения, которые потом и ложатся в основу, скажем, законопроекта, каких-то изменений, каких-то предложений. Мета сенаторской деятельности у яе реальных выниках. Молодые мати Гомельского микрорайона номер 20А звернулись до Алексея Неверова с просьбой усталевать у дворы новые дитячие пясочницы. Жадание выконали максимально оперативно. Жыхары микрорайона спадзяюцца на далейшее супрацоўніцтва с сенатором. Большое ему спасибо, очень быстро сделал. Он приезжал к нам сюда, мы здесь ходили, вот, все смотрели, он выслушал все пожелания. Школа будучага. Гомельскія архітэктары працуюць над праектам установы адукацыі, якую пабудуюць у мікрараёне Хутар. Гэта будзе шматфункцыянальны навучальны комплекс на 845 навучэнцаў. Сама школа будзе складацца з 4 блокаў – адміністрацыйнага, навучальных для старэйшых і малодшых класаў, а таксама харч-блок і спартыўная зона. Згодна з праектам, у новай школе будзе 2 басейны з малой і вялікай чашамі і спортзала. На прылягаючай тэрыторыі разместятся футбольный стадион, волейбольные и баскетбольные пляцовки. Агульная площадь комплексу – 3 гектары. Что касается самого объемно-планировочного решения, оборудования этой школы, а также и благоустройства с интерактивными площадками – это школа будущего. Современная, красивая. У институте «Гіпражыўмаш» займаюцца распрацоўкай праекта новай школы. На кастрычнік запланавана яго экспертыза, пасля чаго можна будзе пачынаць будаўнічыя работы. Нарматыўны тэрмін узвядзення – 15 месяцаў. Будаўніцтва школы ў мікрараёне Хутар знаходзіцца на кантролі ў старшыні аблвыканкама Геннадзі Салаўя. У Гомелі адкрыты яшчэ адзін рэнтгенаўскі кабінет. Новы апарат увялі ў эксплуатацыю ў другім філіяле цэнтральнай гарадской паліклінікі. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Павел Міхно. Апарат «Уніэксперт 3+» – сучасны рэнтгенадыягнастычны комплекс беларускай вытворчасці каштуе больш як 2 мільёны рублёў. Ён складаецца з моторызіраванага нахільнага стала штатыва, стала здымкаў і вертыкальнай стойкі, прызначаны для шырокага спектру рэнтгенаўскіх даследаванняў ва ўмовах стацыянара. Асноўнае преимущество – то, што здесь ёсць цифровой дэтэктар ізображэння, и мы получаем снимок не на пленке стандартной рентгеновской, а на экране монитора, что позволяет нам корректировать изображение при его изучении и оценке. Вот, и корректировать режим. Увядзенне новага абсталявання прайшло ва ўрачыстай абстаноўцы. Па-іншаму не магло быць. Паліклініка на працягу 2 гадоў працавала над тым, каб атрымаць універсальны рэнтгенадыягнастычны комплекс. Увесь гэты час пацыенты былі вымушаныя праводзіць рэнтгенаграфічныя даследаванні ў іншым аддзяленні на 8-й іншагароднай вуліцы. Цяпер праблема вырашана, і новы кабінет гатовы дапамагчы вырабляць дыягнастычныя даследаванні любой складанасці. Это оборудование в первую очередь необходимо хирургической службе. Ведь же здесь делаются снимки как легких, так черепа, конечности человека делаются. Поэтому в первую очередь это помощь хирургической службе. Ну а потом всем остальным получается, что, допустим, тот же невролог, ему нужны снимки позвоночника либо черепной коробки. Те же терапевты, которых нужно более профессиональный снимок легких. То есть всем службам, работающим с пациентами, это оборудование необходимо. Павел Міхно, Ігор Марышченко, телерадіокампанія «Гомель».
Централізаване тестування підходить до завершення. Далейший етап уступної кампанії – подача документів у навчальні установи. Система едукації розвивається. Спеціалісти пільно аналізують сучасні тенденції на ринку праці і у громадстві у цілому. Як винік, узникають нові спеціальності. Про перспективи, які пропонують Гомельські ВНУ будучим студентам – наступний репортаж. Білоруський гандлєво-економічний університет споживецької кооперації демонструє широкий погляд на, напевно, самую популярную зараз сферу – IT. Установа уводит специальность информационные технологии у экономицы. Таким чином студент не только осваивает программирование, але и учится разбираться в бизнес-процессах. Так само сёлета установа поширила набор на иншую специальность – экономичное право. Сейчас у нас сформировались действительно научно-методические все платформы для того, чтобы готовить высококвалифицированных юристов со знанием экономики. Я думаю, что они будут очень востребованы, и они уже востребована национальная экономика и экономика региона. И я думаю, что они будут очень востребованы правоохранительными органами. Это тоже очень важно. Информационные технологии не один и перспективный напрямок. Например, одна из новых специальностей, что сёлета пропонует ГДУ имя Франциска Скорины, присвечена международным отношениям. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. А чтобы проще назвать, чтобы было понятней нашим телезрителям, это означает международный туризм. Впервые университет сделает очень важный, качественный шаг в своем развитии, и кроме преподавателей иностранных языков мы будем готовить переводчиков, референтов і спеціалістів в сфері міжнародного туризму. Я ще одна неід'ємна складаюча економіки – промисловість. Технічне розвиття виводить реальний сектор економіки на новий узровень. Гета створює потребу у нових спеціалістах. Таким чином, ГДТУ ім'я Сухого пропонує будучим студентам вивучати роботу з композиційними матеріалами, а так само робототехніку. Робототехнічні комплекси – це спеціальність, яка, очевидно, буде востребована, тому що замена ручного труда роботами йде і тільки буде усилюватися. До речі, ВНУ роблять усе можливе, щоб спростити життя своїх будучих студентів. На сайтах установ є особистий кабінет абітурієнта. Він дозволяє скоротити час прийому документів, отримувати звістки об конкурсі, виниках іспитів і залічення. Для тих, хто планує поступлення у ГДУ ім'я Скорини, створений мобільний додаток «Абітурієнт ГДУ», щоб бути у курсі усіх новин уступної кампанії. До речі, супрацовники гомельських ВНУ шкодують об тим, що пандемія обмежовувала їх контакти з будучими студентами. Мета выкладчиков – нагнать упущенное. Мы решили провести еще цикл таких видео-встреч или стримов, где будут представлять деканы факультетов, начиная с 27 числа. Поэтому, если кто-то не определился, можно непосредственно будет поговорить. Прием документов у ВНУ будет должиться с 25 по 31 липеня. Для абитуриентов это час, який шмат у чем вызначить их будущее. ВНУ Гомеля дают им найширейший выбор, как вырешить питание, с чем связать свое життё. Миколай Скинтиян, Сергей Нигер. Гаревич, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Під час рейдів інспектори по маломірних суднах звертають увагу на стан рибака, прави і техогляд. За їх відсутності алкоголь спеціалісти карають рублем або позбавленням правов. Вероніка Гамзюкова відправилася у рейд разом з інспекторами по гомельським участкам. Кожна лодка вміщальністю звише за 225 кілограмів повинна пройти реєстрацію і мати сертифікат технічного огляду. Водитель моторної лодки при наявності могутного рухавика обов'язаний мати судоводительське посвідчення. Алкоголь на воді не допущальний. У дочиненні до порушальника тут же складуть протокол, а лодку відбуксирують до берега. Спеціаліст Гомельського участка інспекції по маломірних суднах Діаніс Мілященя відзначає, з кожним годом порушальників становиться усе менш, але пільність інспектори не губляють. Должны быть соблюдены правила безопасности, то есть всегда должны быть жилеты, то есть какое количество на судне пассажиров, столько и жилетов. Второе правило, то есть вовремя пройденный технический осмотр. Особливую увагу надают выратовальным камизелькам. Гэты сродок аховы повинен быть у кожного, кто находится на борте. Коли лодка стоит на якоре, камизельку можно снять, однако у любым выпадку и она повинна быть под рукой. Знаходжение рыбаков на суднах без сродков аховы вельми хвалю інспекторів. Аргумент у рибаков один – незручно. Спеціалісти нагадують, ігнорування правил може скінчитися сумно. Але є рибаки, які неухильно виконують правила. Якщо я в жилеті, то я буду на плаву. А якщо тут легенький нокдаун,
сразу пошел ко дну. Уже, даже если хороший пловец, ну просто тебя ударили сильно. Либо вот лодка случайно перевернулась, ну этим же веслом чуть-чуть по голове в висок попало. Ну тоже, так ты уже на плаву, и ты уже живой. А так сразу маленькое замешательство, и человек теряется, и идет на дно. Вот. Ну я-то человек такой уверенный в себе, но кто его знает, что может быть. Мы все уверены, однако люди тонут. Уладальникам суднов нагадують, згодно с постановой Совета Министров, посвідчення проходження техогляду продолжается на 3 месяцы с моменту завершения. Коли термин закончения припадает на период с 30 красовика по 31 липня. Усього у Гомельской области зарегистрировано 28 тысяч одинок водного транспорта. З их 11 тысяч у Гомелі. Вероника Гамзюкова, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Захаванне гістарычнай праўды аб ваенных падзеях. Больш як 5 гадоў на тэрыторыі Петрыкаўскага района дзейнічае ваенна-гістарычны клуб «Бетонны мердыян Палесся». Аб'яднанне займаецца пошукавай дзейнасцю, правядзеннем экскурсій і патрыятычным выхаваннем моладзі. З яго кіраўніком сустрэўся Дмітрый Котаў. Военной историей Миколай Грушко захопился еще в детстве. Перш за все, его цікавила фортификация, наука об умацаванні мясцовості для ведения бою. Побач с родной вёскай Колки Петриковского района у годы Великой Отчинной войны проходили жорсткие битвы. Разом с іншими хлопчиками Миколай Грушко вывучал гэтые месцы и, коли шанцевала, сыходил до дому с трофеями, с знойденными патронами. Более серьезно увлекаться я начал этим. Во-первых, я служил, когда срочную службу, 75-77 год, служил в Польше. И был прикреплен к району, который сейчас расщекречен уже. Это самый мощный укрепрайон фашистской Германии, убежище дождевого червя, построено в Польше. Больш сур'ёзна вывучаць фартыфікацыю Миколай Грушко пачаў пасля вяртання з арміі. На палескіх балотах побач з роднымі мясцінамі дзяцінства захаваліся доты Мазырскага умацавальнага района нумар 65. Гэта ўчастак ад вёскі Стараселля Калінкавіцкага района да Лельчыцаў працягласцю 128 кіламетраў, дзе і сёння знаходзіцца больш за 180 абарончых будынкаў. Начал занимацца, изучаць расположение, назначение и прочие данные. А потом начали выходить и находить какие-то факты, артефакты по ходу войны. Самое впечатлило, значит, артефакт один у нас в одном из дотов. Надпись осталась на стенке. Я так моим впечатлением приравниваю к надписи Брестской крепости. Умираю, не сдаюсь. А там была надпись «Мы все равно вернемся». И подписано 21 августа 1941 года. У 2015 годзе намаганнямі Миколая Грушко пры аддзеле ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі Петрыкаўскага райвыканкама быў створаны ваенна-гістарычны клуб «Бетонны мерыдыян Палесся». Сёння ён аб'ядноўвае 10 чалавек. Удзельнікі клуба займаюцца пошукавай дзейнасцю, праводзяць экскурсіі па месцах баявых дзеянняў, а таксама ажыццяўляюць рамонтныя работы на дотах, каб падтрымліваць іх у належным стане. Адзін з асноўных накірункаў – патрыятычнае выхаванне моладзі. Вся эта работа заключается в том, что опять же раскрыть, показать, научить и не забыть, что было. У ближайших планах военно-гисторичного клуба створение экспозиции «Неведомая война». И она будет первоважно складаться со знойденных артефактов. Зараз экспозиция готовая неде на 70%. Однако Миколай Грушко упевнен, что работа будет завершена в ближайший час, и каждый жадающий сможет доведаться шмат цікавого и нового о подеях Великой Айчинной. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Олимпиада 80. Погляд про 40 годов. У картинной галереи Гаврила Вашенки открылась выстава, присвеченная юбилею Олимпийских гульняв у Москве. У экспозиции представлены речи с приватной коллекции гамельчанки Жанны Малашенко. Ретро-проект дозволит вернуться у 1980 год. На выставе можно убачить головный символ гульняв – олимпийского мишку, а так само тематичные календары и паштовки, цацки, сувениры, оденья и аксессуары. Гости змогуць паспрабаваць сілы ў настольных гульнях часоў СССР і пагартаць часопісы таго часу. Атмасферу 80-х падтрымае імправізаваны куток савецкай кватэры. На стварэнне калекцыі Жанну Малашенко натхніў дакументальны фільм, прысвечаны Олімпіядзе. На калекцыяніраванне даных предметаў меня натолкнула передача, дакументальны фільм, вернее, который я увидела 5 лет назад. Он был посвящен 35-летию открытия Олимпийских игр в Москве. Я посмотрела этот фільм, он был такой насыщенный, такой душевный. Я впечатлилась
теми событиями, которые происходили в 80-м году, впечатлилась той масштабностью, той душевностью, с которой это было все сделано, создано, организовано. И вот с этого все и началось. Первым экспонатом у коллекции стал гумовый олимпийский мишка Жанны. До речи, эту дитячую цацку выпустила гомельская фабрика. У конце 70-х предприемство было на пику и займало первое место во всесоюзных споборництвах. Менавито яму доручили выконывать держзаказ с Москвы на выраб олимпийского медведя у трех моделях. Это я так само иншие новины, информацию об проектах телерадиокомпании компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных дней и до новых встреч в эфире.